доброго времени суток. Здравствуйте. Созрели все предпосылки изложить особенности практического применения марксистско-ленинской теории. Ну ладно, Ленина трогать не будем, марксистской. Хотя Ленин тут тоже при делах, поэтому пока трогать не будем. Весь жесткий каркас, который я изложил в прошлой работе, ну вся вот эта вот схема, не накладывает, разумеется, никаких ограничений на ее возможную деконструкцию с использованием полученных фрагментов в построениях философов, произведениях художников или риторике политиков. И те, и другие, и третьи деконструкторы иногда называют себя марксистами. Но это марксизм пользователей, а не верных адептов. Он составляет лишь один из источников их философских размышлений, художественных образов или поэтической словесности. Используя одни марксовые идеи, они свободно откажутся от других, объявив неадекватным насущным задачам, а то и совершенно ошибочными. Примерами философов такого рода могут служить молодой Николай Бердяев в годы его увлечения марксизмом или неомарксист Эрих Фромм. Многочисленные примеры политиков этого типа могут быть найдены как среди европейских социал-демократов столетней давности и еврокоммунистов последней четверти прошлого века, так и в руководстве современного Китая, ну и в рядах Демократической партии США. Для меня же интерес представляют, однако же, не те, кто лишь использует наследие Маркса как материал для своих философских, художественных или политических целей, но те, для кого марксово учение стало псевдорелигией, предметом ревностного служения, фанатики марксизма. Именно эти, уверовавшие в Маркса люди, вроде Ленина и Троцкого, формируют партии и секты, готовые при всякой возможности со всем энтузиазмом уничтожить старое общество и установить марксистское тоталитарное государство. То, что в случае их успеха большинство, если не все фанатики первой волны, теряют власть в созданной ими пирамиде нового типа, а вместе с ней часто и свободу, и жизнь, составляет уже следующий этап эволюции созданного их энергией марксистского государства. Тут вот я не хочу обсуждать, насколько идейно фанатичен был в те или иные годы Сталин, а насколько его действия были продиктованы жаждой тиранической власти, вкупе со страхом возможной расплаты. Стоит, однако, заметить, что и жажда всевластия, и все виды страха не являются столь уж редким под луной. Истории известно множество жестоких тиранов. Злодеяния же сталинской поры, организованные массовые голодоморы, гигантская сеть концлагерей, волны массового террора могут сравниться только с подобными вещами других марксистских же режимов. Ничего подобного за их пределами не найти. У нацизма был свой список преступлений, но гораздо более традиционный. Иван IV со своей опричниной и Петр I были жесточайшими тиранами. Но голодоморов своих мирных крестьян они не устраивали. С марксистской же точки зрения голодомор был совершенно оправдан, как оправдано все, что посодействует загнать людей в государственное рабство. Так что объяснение преступлений Сталина, как и других марксистских тиранов, лишь их властолюбием или страхом, не проходит. Дело очевидно в самом марксизме, без которого подобный масштаб и специфика злодейств были бы невозможны. Здесь речь идет ни много ни мало об этике людоедов, массовом расчеловечивании, но ведь это было нормой в то время, нормой в 20-е годы, нормой в 30-е годы. Ладно, обозначив основные элементы марксовой картины мира, ее онтологии, социологии, антропологии, футурологии, перейдем к вопросу ее практического приложения, воплощения ее рецептов и указаний. Маркс, а за ним и его ученики, настаивали на том, что ценность теории определяется прежде всего ее практическими результатами, что практика – критерий истины. Кто бы с этим спорил? Будь теория хоть 10 раз противоречащая себе и фактам, будь она крайне неполной, но если на ее счету имеются блистательные практические применения, она имеет серьезную заявку на истину. Да, как всегда, частичную предполагающую критику и дальнейшие исследования. Итак, что же скажет о марксовом учении практика? Как уже отмечалось, марксово учение много где нашло своих пламенных адептов, породив многочисленные примеры попыток своего воплощения. Все без исключения результаты были беспрецедентно катастрофичны по всем линиям. Хотя факт этих неизменных катастроф довольно убедительно свидетельствует о качестве самого учения, важно все же понять,
каким образом катастрофы были предопределены исходной теоретической схемой, бегло описанной выше и условно представлены 10 положениями-аксиомами. Такая задача важна не только ради предотвращения новых попыток приложения всесильно верного учения, но и ради самой себя, как усилия к пониманию уникального исторического опыта, усилия самопознания. Для начала отмечаем, учение транслирует безоговорочный культ личности его автора. Исключая сомнения, исключая критические проверки учения как акты вражды, излагая истины, не терпящим возражений тоном пророка, никакого иного основания к принятию своего учения, как слепое доверие себе, Маркс не оставляет. Безусловный культ Маркса, пророка, формирует партии нового типа с трансляцией этого культа как системообразующего, с его нетерпимостью критики, субкультами вождей и учителей разного уровня, где критерием правоты может быть лишь положение в партийной иерархии. На вершине возникающей пирамиды мудрости оказывается вечно сияющая фигура никогда не ошибающегося сверхчеловека, сопровождаемого верным другом, помощником. Уровень ниже занимают создатели партии нового типа, развившие и обогатившие учение в национальных условиях. Следующие уровни занимают начальники поменьше, определяющие правильные марксистские выводы по более специальным и злободневным вопросам. В самом низу пирамиды находятся рядовые трудящиеся, движимые правильными, но плохо осознаваемыми классовыми интересами. Подземную же, инфернальную часть составляют эксплуататорские классы и их лакеи, служители лжемудрости, порождаемые реакционным, враждебным и светлому будущему интересами. Истинность высказываний приобретает таким образом четкий ранг, равный иерархическому статусу говорящего. Рабы-мыслители и плебеи-философы античности, вроде Эпиктета и Сократа, не поминая уже обличавших царей юродивых дремучей Московии, в марксистской среде невозможны. Эпистемология марксизма задает беспрецедентное, да то ли невиданное неравноправие. Придя к власти, сломав ее реакционные институты, марксистская партия оказывается вынуждена решать огромное число хозяйственных, политических, социальных задач, о которых ничего не сказано в ее учебнике. Масштаб этих задач беспрецедентен, ибо решившие их буржуазные институты, институты гражданского общества, были, как и требовалось учением, сломаны. В условиях рукотворной катастрофы вырастает недовольство народа, готового стать против новой безумной деспотии. Растущее политическое напряжение в обществе порождает атмосферу страха внутри партии и в ответ показательные репрессии. Разногласия и до того несовместимые с духом учения оказываются чреваты реально гибельным расколом, а потому платой за особое мнение становится уже не исключение из партии, а жизнь или, если повезет, бегство. Необходимость неукоснительного подчинения начальству, преданности линии партии и лично данному начальнику достигает заоблачных высот, иначе нельзя. Каждый член нового общества, сверху донизу, оказывается беззащитен перед любым капризом вышестоящего и трепещущим перед опасностью быть заподозренным, если не в заговоре, то в доносе на коллегу или ближайшего начальника. Воронка страха охватывает всех, не исключая самого вождя. Верховным повелителем страны становится уже даже не вождь, а безличный, никому не подвластный страх. Судороги страха разряжаются волнами репрессий сверху донизу. Вместо земного рая коммунизм реализуется как сущий ад, но пусть в аду никто не обижается, вряд ли там хуже. Светлое будущее не наступает, жизнь тяжела. Уйти диктатура не может, но системообразующее давление страха может постепенно снижаться усилиями высшей номенклатуры, испытывающей это давление на себе в полной мере. Оправдание пролонгации диктатуры требует принципа долгой борьбы за окончательное просветление общества, задачи создания новой светлой литературы, искусства, философии, языка, свободных от наследия побежденной, но не вполне еще преодоленной тьмы, задач окончательного уничтожения религий и создания нового, уже совершенно светлого человека. Таким образом, придя к власти, вооруженная марксовым учением партия может лишь утвердить долгосрочный тоталитаризм. С его господством страха никакого иного варианта у такой партии ну просто нет. Примечательно, что этот вывод был уже сделан современником Маркса,
видным социалистом-анархистом Михаилом Бакуниным 1814-1876 годы в книге «Государственность и анархия», вышедшей в 1873 году. Ульянов наверняка ее читал, но, видимо, не зашла, потому как уже уверовал. Ладно, цитирую Бакунина. «Научные социалисты утверждают, что только диктатура, конечно, их, может создать народную волю. Мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить и воспитать в народе, сносящем ее, только рабство». Из другого места. По теории господина Маркса, народ не только не должен государство разрушить, напротив, должен укрепить и усилить, и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей, начальников коммунистической партии. Словом, господину Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения, создадут единый государственный банк, сосредотачивающий в своих руках все торгово-промышленные, земледельческое и даже научное производство. А массу народа разделят на две армии – промышленную и землепашественную, под непосредственной командой государственных инженеров, которые составят новое привилегированное сословие. Видите, какая блистательная цель поставлена народу школой немецких коммунистов. Марксу эта критика была хорошо известна, он даже законспектировал книгу давно и лично известного ему Бакунина. Но никакого ответа на нее не дал. Очевидно, удар был так точен, что возразить было нечего, пришлось отмалчиваться. Ульянову было 3 года, когда Бакунин высказался по поводу Маркса. Ну что тут сказать? Ну, по всей видимости, наверняка он его читал, но тем не менее, не очень понятно, как думающие, мыслящие люди могли въехать в такую химеру, еще и притащить ее в нашу страну. Давайте-ка попробуем разобраться. А в чем притягательная сила вот этого вот, я даже не знаю, как назвать. Назову это так, псевдорелигией Маркса. Но это уже в следующей работе. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Люди, берегите себя. Мира вам. Не верьте никогда марксистам.